Рецепты здоровья. Рецепт применения льняного масла для здоровья. А теперь давайте поговорим о том, как применять льняное масло. Хорошо то, что применение льняного масла не ограничено строгими рамками. Можете использовать его в качестве приправы, пить отдельно или сочетать с приемом кефира. В питании льняное масло наиболее вкусно с винегретами, овощными салатами или кислой капустой. Вот также можно применять, добавляя кисломолочные продукты в каши, в изделия из теста. Наиболее полезно льняное масло в холодном виде, так как при термической обработке оно теряет ряд своих полезных качеств. Достаточно всего 2 столовые ложки льняного масла в день, чтобы ваш организм получил необходимое количество полезных веществ. Но применять льняное масло нужно постепенно, увеличивая дозу, чтобы организм смог привыкнуть к льняному маслу. И первую неделю пейте льняное масло по 1 чайной ложке в день утром за 20-30 минут до еды. На первых порах желудок может реагировать негативно, вызывая ощущение тошноты. Тогда закусывайте масло долькой лимона. Вторую неделю к утренней дозе нужно добавить вечернюю, тоже чайную ложку, через полчаса или час после ужина. Вечером принимать льняное масло можно в сочетании с кефиром, просто добавить его в кефир. Третья неделя, четвертая неделя применения льняного масла должны быть посвящены тому, чтобы постепенно увеличивать разовую дозу до 1 столовой ложки. И эту пропорцию по столовой ложке утром и вечером рекомендуют принимать в течение 3 месяцев. За это время льняное масло позволит вам наладить правильный обмен веществ, улучшит работу крови и сердца, состояние волос и ногтей, а также очистит организм от шлаков. В следующем видео мы поговорим о масках с льняным маслом. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.